Стать заметными на дороге помогают инспекторы ГИБДД. В рамках социального раунда «Засветись» для красковских школьников они провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Где разместить светоотражатель, чтобы тебя заметили водители, узнали и мои коллеги. Уроки по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят регулярно. На этот раз они пришли в Красковскую гимназию. В первую очередь рассказали, как важно, чтобы водители видели пешеходов в любое время суток. Я машина. Да. Допустим, вы машина. Подходит пешеход. Да? Вот посмотрите, пешеход подходит по тренам. Я не вижу этого пешехода. В темное время суток его не видно, поэтому нам сейчас нужно куда-то налепить на портфель световозвращающий элемент. Куда мы его будем лепить, как вы думаете? Да. А? Правильно, в верхнюю, боковую часть портфеля. Светоотражатель не украшение, говорят в ГИБДД. Прежде всего, это атрибут, помогающий сделать вечерние прогулки даже по городу еще безопаснее. Сейчас в осенне-зимний период, когда происходит уменьшение светового дня и пешеходов, особенно в пасмурную погоду, в темное время суток, если пешеход передвигается в темной одежде, его, к сожалению, на дороге не видно. Это подтверждают и сами водители. Юлия Подлеснова, двукратный чемпион Московской области по автомобильному спорту, уверена, чем раньше водитель заметит пешехода на дороге, тем больше шансов избежать трагедии. Мы за то, чтобы на всех пешеходах были светоотражающие элементы. Так проще видеть, так лучше. Реакция торможения, естественно, увеличивается. Ну, в принципе, мы видим пешеходов только тогда, когда они оснащены светоотражающими элементами. На современную одежду, особенно детскую, дизайнеры все чаще добавляют световозвращающие элементы. Точно такие же есть и на школьных рюкзаках. Самое главное, чтобы они отражали свет автомобильных фар. Проверить качество световозвращающих элементов можно и в домашних условиях. Для этого не обязательно ждать вечера. Берем значок, мобильный телефон, включаем в режим фото и обязательно делаем это со вспышкой. И если значок светится в темноте, значит, вас точно заметят вечером на дороге. Во время мастер-класса ребята сами вырезали световозвращающие наклейки и прилепили их на школьные рюкзаки. В ближайшее время заметных детей на дороге станет больше. Сотрудники Люберецкой ГИБДД проведут еще несколько мастер-классов. Завершится социальный раунд «Засветись» 29 ноября. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.